Добрый день, мои дорогие, любимые. Посмотрите, что у нас на площади. Что это такое? Нигде не видела ничего, никакого объявления. А я застряла там, стою возле Дворца Дружбы. Какое видео загрузить, и так и не загрузила. Посмотрите, что сегодня. Сколько их много, да? А я стою, просматриваю этот эфир. Свой. Ой, такой ветер сегодня. Сейчас я... Ой, сильный ветер. Смотрите, сколько их много. Нигде ничего не видела, никакого объявления, что не собирается. Чего они там залезли на этот? Ой, давайте смотрим. Полиция сюда, наверное, пришла. Покажу вам. Пройдусь. Хотела загрузить видео, но не загрузила. Ладно. Сейчас уже немножко поснимаю. Для вас. Что это будет, непонятно. Сейчас пройдусь, может, узнаю у кого-то, может, тут кто-то что-то скажет. Я от него, он на меня. Я от него, он на меня. Сейчас спрошу. Мужчину спрошу. Добрый день. А я хотела спросить, а это что сегодня? Закрытие мотосезона. Ага, все, спасибо. Закрытие мотосезона. Все, я здесь буду. Так, закрытие. Давайте пройдемся, посмотрим. Ой, классно. Закрытие точно. Да, в октябре, конец же октября. Я забыла, точно конец октября закрытие мотосезона. Ну, сейчас пройдемся, посмотрим. Так, румыны тоже приезжают к нам закрывать мотосезон. Италия, с Италии тоже, Буназио, Италия, девушка говорит. Ой, как их много, да, как их много, посмотрите, как их много. Как у нас их много. Что, останусь я здесь, наверное, сейчас это кусочек этого видео выпущу. Ну, побуду здесь, а то уже не знала, куда идти. Издалека услышала, думаю, не поняла, что такое. Что за шум, что за гам. Ай, класс. Ой, молодцы. Дальше. Ага, дальше. Там место есть. Так, сейчас пройдемся по площади. Ой, как классно я попала, да? Вот это я попала. Весной, или когда у них там открытие весной. В марте, да, кажется? Или апрель, уже не помню, какой месяц у них там открытие. Они знают. И в конце октября закрытие. Все, закрывают они сезон, но все равно будут гонять по-любому. Ой, еще едут. Еще там едут. Ой. Сейчас я покажу вам. Покажу, еще едут. Класс. Вот они. Нарушают немножко, да? Красный же был. Класс. Вау, как много. Так, еще едут. Так. Так, ладно, идем дальше. Так, идем дальше. Так, здесь не пройти. Сейчас я как-то... Как я проходила, так, наверное. Сейчас я пройду, покажу вам. Ой, какой красивый, да, красный? Красивый. Не знаю, что это за марка, но так. Покажу. И девчонки.
ребята, молодежь. Сейчас выложу, сейчас. Ой, круто, смотрите, какая одежда у них специальная, да, кожаная куртка. И эти штаны такие с наколенниками. Смотрите, какие. И обувь тоже. И у девушки тоже такие штаны кожаные. Вау, классно. Приходите, но я не знаю, как долго здесь будет. Нормально будет. Даже не знаю, но не буду ни у кого спрашивать. Все, всем отличного настроения, хорошего дня, теплого октябрьского, пока еще воскресного денечка. Всем мира, добра, будьте добрее. Боже мой, как ужас, даже не хочу в этом видео ничего говорить. Смотрите, какие тоже классные. Такие, да, мотоциклы. Все, давайте. Всем пока-пока. До встречи. Пока-пока.